смотрите, это называется неофольк, но вроде выглядит как рок или брит-поп. На самом деле, большинство мелодий там фольковые, последняя вещь вообще английская народная песня. Это сейчас стало очень модно, то есть это музыка реально модная, это группа модная. Вот, то есть не просто там на обочине. Люди прошли школу, там группа Blur, группа Verve там, и так далее. Вот. И я хочу обратить внимание, что, смотрите, никаких особых изощрений, ни в прическах, там, ни в одежде. Вот это такая новая простота, это очень популярная вещь сейчас в Британии. И такое сочетание британского точного качества и вот возвращение к этим собственным корням. Тем более, что шотландские, ирландские группы всегда это делают, а британские таких не перечет. Ну, конечно, Fairport Convention, конечно, там Элайза Картин. Вот ребята сейчас в таком же более роковом или брит-поповом варианте осваивают свой фольклор. Ну и пишут, конечно, свои песни. Вот сейчас, не знаю, куда пропала моя подруга по сцене. Вот придется мне самому с вами немножко общаться. Сейчас будет группа, которая, наверное, второй из участвующих в фестивале представляет эту вот культуру мистизо.